Привет. Почему ты живешь так, как ты живешь? Какому богу ты молишься? Почему у тебя нет денег? Почему ты выбрал самую тупую дуру и создал с ней семью? Потому что эта дура похожа на твою маму. Почему это все? Потому что ты поклоняешься одному страшному богу. Богу, который называется страх. Страх, что придет папа в 10% из жизни людей на этой планете. И вот этим ребнем, сука, если ты пожелаешь где-то застревать, пожелаешь чего-то еще, он тебя накажет. Видишь? Слушай, как звучит. Как? Напомнило что-то? Почему ты сам себя опускал, не мог? Я не боюсь показывать эту квартиру. Я ее купил 2 недели назад. Тут страшно еще. Бабушка жила. Но я наведу здесь ремонт. Я не боюсь, я не живу в страхе. А вы молитесь, поклоняетесь, отдаете ваших детей этому страшному вашему богу, страху. Страху за ваше будущее. Страху, что ты недостоин. Почему ты выбрал сам себя унижал в своих же глазах, что ты недостоин подойти к Маше, потому что ты урод, потому что тебя чморили родители. Хочешь перемен по жизни? Ничего не бояться пустить в твою жизнь деньги. Я меняю подсознание, сознание людей. Я работаю на уровне сознания и подсознания. Меня зовут Игорь Челюц. Запись ко мне найдете в описаниях. У меня 2 сайта. Терапия успеха и паломникпоездки.ру. Как я к этому пришел? Я пришел через то жестокое воспитание, которое мне дали в детстве, потому что ждали девочку, но, сука, родился мальчик. И мама все злость на папу. Вот через этот инвентарь. Ручка от этого веника держала максимум 2 недели в нашем доме, и она ломалась о мою задницу. Я переписал тонны макулатуры. Я 15 лет, я лучший экскурсовод в России по монастырям. Одна из моих клиенток оплатила мою учебу в Штатах, в Академии терапии, холистической терапии сознания, где я успешный выпускник и хочешь поменять свою жизнь, чтобы деньги пришли в твою жизнь. Хочешь? Звони, поработаем, потому что тебе запретили чего-то хотеть. Если ты захочешь чего-то, то тебя жестоко, в тот же миг, собака женского рода, тебя накажут. Как ты можешь хотеть быть богатым, счастливым, здоровым, если у тебя есть тайная выгода жить в страхе?